Растяжка. Растяжка или стретчинг – это один из компонентов фитнеса, который почему-то многие из нас очень часто пропускают. Но есть некоторые преимущества растяжки, которые могут просто заставить вас добавить ее в свой распорядок. Это определенные умственные и физические преимущества, включение ее в ваш распорядок дня, независимо от того, растягиваетесь ли вы перед тренировкой, в конце тренировки или в другое время в течение дня. Динамическая растяжка подразумевает активные, контролируемые движения, выполняемые с помощью большего диапазона, чем статические. Многие такие движения на самом деле похожи на повседневные движения человека. Итак, приготовьте коврик, хорошее настроение и давайте начинать. Итак, садитесь поудобнее. Мы будем начинать. Выровняйте спинку и разогреем с вами плечи. А теперь сделайте глубокий вдох, сведите лопатки и с выдохом потянитесь руками вперед. На вдох раскрываемся, лопатки сведены. И на выдох теперь обнимаем себя. Чередуем по очереди то левая, то правая рука вверху. А теперь глубокий вдох, открыли руки и на выдох себя обнимаем. Мы с вами закончили. Руки оставили в стороны и одной рукой тянемся в сторону. На выдох. При этом вторая рука у вас неподвижна. Другой рукой вы себя накрываете сверху, ваш локоть приблизительно над ухом. И снова обняли себя и сделали полукруг справа налево и слева направо. Полностью расслабляете спину, шею. Делайте глубокий вдох с выдохом. Поменяйте руки местами. И опять на выдох. Полукруг слева направо и справа налево. Делайте вдох, выравнивайте спину с выдохом. Расслабьте спину, потянитесь грудным отделом назад. С выдохом подбородок опускаем вниз, прижимаем к грудной клетке и растягиваем спину. На вдох мы как будто бы выныриваем из воды, плечи опускаем вниз и макушкой тянемся наверх. Показываю в профиль. И снова возвращаюсь к вам лицом. Давайте теперь растянем немного наши руки. А теперь вдох, руки в стороны и с выдохом чередуем. При этом заводим то левую, то правую руку за спину. Пока что мы еще не стремимся сделать замок за спиной. Один локоть смотрит наверх, а другой вниз. Теперь давайте остановимся, оставим правый локоть наверху и сделаем уже замок за спиной.
сделали вдох, раскрылись и на выдох поменяли руки местами. Сделали опять вдох, опустили руки вниз, расслабили плечи и на вдох поднимаем руки наверх, заводим за голову и делаем через сторону наклон то вправо, то влево. При этом ваш таз неподвижен, обе ягодицы остаются сидеть на коврике. Теперь поменяем позу нашего тела, садимся как бы таким зигзагом, одна стопа назад, вторая перед собой. На вдох тянемся руками наверх и на выдох делаем наклон к правой ноге. Работаем в динамике. И я напоминаю, таз остается на коврике. А теперь на вдох вытягиваемся рукой в противоположную диагональ и с выдохом устремляем локоть вниз к лежащему колену. Давайте теперь останемся внизу. Уложите локоть левой руки на правое колено и расслабьте спину. Переведите правую руку в пол и с выдохом теперь мы делаем наклон в сторону. Левая ягодица также остается лежать на коврике. Вы должны растянуть корпус, растянуть плечо, не закрывать лицо рукой. Сделайте внизу паузу, максимально потяните правый локоть в пол. Отлично, поднимаемся наверх и выводим таз вперед. Взгляд направляем назад за рукой. На вдох опускаемся и меняем сторону. Все то же самое делаем на другую сторону. Выровняйте спину, плечи полуоборота назад. Вдох, руки потянулись наверх и с выдохом сделали наклон. Заведите ладонь за голову и все то же самое, локоть тянется вниз. Теперь вытянуть диагональ и на выдох устремляем локоть вниз к колену. Остаемся внизу. На вдох поднялись наверх и с выдохом наклон в сторону к левой ноге.
останьтесь внизу. Хорошо растяните всю боковую часть корпуса. Натянитесь рукой в диагональ. Переведите правую ладонь вниз в пол и выведите таз вперед. Взгляд направлен за рукой. Разворачиваемся лицом к коврику и становимся в позицию квадрат. Наши ладони под плечевыми суставами, а колени под тазобедренными. На вдох вытягиваемся круглой спиной наверх. С выдохом прогибаемся. Наш подбородок тянется то к грудной клетке, то наверх в потолок. А теперь останьтесь в верхнем положении круглой спины и потянитесь тазом назад к пяткам. Возвращайтесь вперед тоже с круглой спиной. Переведите таз вперед и вытянитесь правой рукой перед собой. При этом ваш таз остается четко над коленными суставами. Тянитесь вниз то правым, то левым плечом, как будто подмышкой хотите устремиться к полу. Что важно, при этом таз оставлять на месте. И также не разворачивать в сторону. А теперь оставьте правую ладонь впереди. Останьтесь на несколько секунд в нижней точке. И максимально устремитесь плечом вниз. Оттолкнитесь левой рукой, поднимитесь снова наверх. И с выдохом потянитесь левой рукой вперед. Плечо тянется вниз. Шея расслаблена. Правая рука расслаблена. Оттолкнитесь правой рукой наверх и снова вернитесь в наше начальное положение. С выдохом идем вперед обеими руками. Опускаем голову на коврик и тянемся плечами вниз. На вдох поднимаемся наверх. Правая рука за голову и с выдохом тянемся правым плечом вниз к коврику. При этом таз не разворачиваем. Левый локоть сильно не сгибаем. А теперь левый локоть опустите вниз на коврик, под прямым углом перед собой поставьте левую руку и точно так же на вдох открываете
руку наверх, и на выдох опускаете правое плечо вниз на коврик. Останьтесь внизу в статическом положении. Расслабьте шею, уложите голову вниз. Все то же самое делаем на другую сторону. Правый локоть перед собой под прямым углом, левая рука тянется наверх, с выдохом плечо опускается вниз. И мы вытягиваем правую руку в сторону. Останьтесь внизу, расслабьте шею, опустите голову вниз на коврик. Потянитесь тазом назад с круглой спиной. Перенесите вес тела на стопы. Сейчас расслабьте колени, согните их и постарайтесь выровнять спину. Сосредоточьтесь пока что только на спине. Потянитесь грудным отделом вниз. На вдох мы поднимаемся. Выравниваем спину, тянемся тазом наверх, на выдох возвращаемся в исходное положение. Теперь останьтесь наверху и попробуйте дотянуться то правой, то левой пяткой в пол. Попробуйте потянуть обе пятки вниз. И возвращаемся вперед. Садимся на коврик. Вытягиваем перед собой правую ногу, левая наверх. И теперь то в одну сторону опускаем оба колена, то в другую. Руки поставьте за спину, для того, чтобы удержать вашу спину максимально ровно. Останьтесь в центре. Заведите правую руку за левое колено и повернитесь в сторону. Все то же самое на другую сторону. Левая перед собой, правая наверх и оба колена то в одну сторону, то в другую. Руки вам помогают сзади и дают вам упасть.
То же самое, поворот в сторону, спинка ровная. Подтягиваем нижнее колено к себе. Поменяйте положение. И второе колено также к себе. Снова поменяйте сторону. Потянитесь теперь руками к голеностопу. Расслабьте спину и потянитесь животом вперед к бедрам. Расслабьте ногу, опустите ее вниз и стопу также прижмите к полу. С выдохом потянитесь руками вперед. На вдох вернитесь. Опускайтесь вниз ровной спиной. Теперь на выдох можем потянуться руками вниз, опустить их на стопу и тянемся животом вниз. Опустите ладони на пол и покрутите стопой в одну сторону и в другую. Носок на себя в центре и делаем небольшое отжимание. Носок в сторону и также потянуться животом вниз. Носок внутрь и также тянемся вниз. И еще раз делаем полный цикл. Носок вперед, носок в сторону и носок в центр. Поменяйте сторону. Прижмите колено к себе, нижней ноги. Расслабьте спину. Сделайте вдох, потянитесь руками наверх, с выдохом опускайтесь вперед ровной спиной. Пока что еще плечи держим наверху, руки наверху, вниз полностью не опускаемся. Теперь можно опуститься, руки опустить вниз на стопу. Еще больше прижаться животом. Опустите ладони на пол. Покрутите стопой в одну сторону и в другую. Делайте пружинку в центре, носок от себя тоже небольшой, наклон корпуса вперед, носок вовнутрь, корпус вперед и то же самое еще один цикл.
подтяните стопы к себе, сведите их вместе и попружините коленями вниз. С выдохом опуститесь вперед. Оттолкнитесь от пола, поднимитесь наверх, разведите стопы в стороны. С выдохом сделайте наклон корпуса то в одну сторону, то в другую. Теперь через сторону выдох потянуться рукой то к одному носку, то к другому. Останьтесь внизу, задержитесь над правой ногой. Посмотрите наверх. Плечо ваше должно быть открыто. Рука вам лицо не закрывает, и вы должны видеть потолок. То же самое на другую сторону. Снова поменяйте сторону. Наклон. И разворачиваемся теперь животом к ноге. Делаем вдох. Обе руки наверх. С выдохом снова боковой наклон и поворот. Переходим через низ руками в центр. Тянемся животом вниз и на вдох возвращаем спину наверх. Переостаньтесь в центре, носки направлены наверх, смотрят на вас, животом вы тянетесь вниз к коврику, можно опуститься вниз на локти, можно выпрямить руки вперед, остаемся в этом положении несколько секунд.
Отталкиваемся ладошками от пола, поднимаемся наверх. Я надеюсь, у вас отличное настроение и отличное самочувствие. Всем хорошего дня!